Итак, вот это вот спортивная машина. На ней надо ездить, как на спортивной машине. Если ездить на ней по-пенсионерски, она убивается. Переключайте скорость на 5000 оборотов, не на 2. Гоняйте по-взрослому. Жестко и плотно. И она полетит. Ты что, говоришь мне, что я не знаю, как ездить на собственной машине? Нет. Просто эта машина не для вас. Ваша скорее Плимут или Студебеккер. У тебя проблема, приятель? У меня нет, я езжу на МГ. Гоняет отлично. Пошел ты, бриташка хренов! Отдай мои бабки! Серьезно, что ли? Я бы отдал. Но ты еще не заплатил мне за прошлый месяц. В этой стране клиент всегда прав. Слыхал об этом? Да. Да? Да. Это полная чушь. И запомни, я сделал зажигание ранее, так что на первый сначала дергает.